Отделение травматологии Центральной районной клинической больницы существует с 1979 года. Трудятся в нем профессионалы своего дела. Врач – это врач мыслящий, это безусловно. Но врачу-травматологу необходимо еще какой-то небольшой технический уклон, потому что все-таки травматология, кости, суставы – это механика, но не просто механика, это биомеханика. И это надо понимать в процессе лечения переломов. Василий Марьянович Головчак, заведующий отделением, заслуженный работник здравоохранения. Он потомственный врач. Его дед, отец, мать были докторами. Путь в профессию у Василия Марьяновича был предопределен. За годы работы в больнице, более 30 лет, он успешно сочетает практическую работу с научной. Под его руководством отделение постоянно развивается. Применяются новые методики лечения больных. Практически все методы остеосинтеза костей мы выполняем. Также мы широко лечим больных с различной патологией. Это патология стопы, деформации стоп. Патология позвоночника, занимаемся эндопротезированием тазобедренного сустава. В основном это люди пожилого возраста, которые попадают к нам с переломами шейки бедра. В рамках национального проекта «Дорога» отделение получило рентгеновскую передвижную установку. Электронно-оптический преобразователь, который позволяет во время операции контролировать ход операции, корректность установки импланта, и все это фиксируется документально, и потом можно вносить эту медицинскую документацию. В течение года мы проводим около 700-800 плановых операций. Среди многих операций хирурги отделения проводят и операции на коленном суставе при помощи нового современного оборудования. Позволяет удалять мениски, позволяет работать на хряще, восстанавливать связки коленного сустава. То есть это то, что относится к современным технологическим помощи, которые, опять же, позволяют в ранние сроки пациента поставить на ноги. В перспективе это плечевой сустав и голеностопный сустав. Человек, получивший травму, на какое-то время выпадает из привычного ритма жизни. После операции ему приходится заново учиться управлять своим телом. У нас хорошие методики, которые оперируют врачи наши, проводят операции. А моя задача – поднять их и после этих операций успешных на своих ногах уйти домой, ну, на костылях. С ходунками. Бывает, что слово даже лечит лучше, чем любой укол или какой-то препарат, лекарство. Но в отделении травматологии я вообще не представляла, что может быть так, как дома. Уход. Вообще подходишь к санитаркам, они за тобой ухаживают. Медсестры ни разу не сказали, что нет. С каким ты вопросом к ним не обращаешься, на все получаешь, так сказать, ответ и помощь. А врачи отделение и заведующее отделение – это врачи от Бога, специалисты от Бога. Для многих больных, особенно для тех, кто перенес сложные операции, хирург и царь и Бог. Но герои нашего сюжета считают, что надо просто быть ближе к человеку и грамотно выполнять главное свое предназначение, которое они выбрали – лечить людей. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.